Всем привет, с вами Viperman 150, и сегодня я буду играть в Skyrim. Подробнее расскажу попозже. Можем. Нас куда-то везут. Мама, у меня какие-то лаги. Эй, ты не спишь? Да нет, вроде бы. Нарушитель границы, так? Ага. Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, говорю. Да вообще не пропёрло. Сейчас все братья и сестры по судьбе, Марюка. А ну все заткнулись! Это ты сказал? А? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Арун Хельма? Но ты же вожак восстания. Правда? Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Да мне пофиг. Вот что мне нравится в Скайриме. Это погода. Ну, даже не погода, а вот текстурки неба, вот. Согласитесь, ну, реалистичный очень. Это, если что, это текстурпак. Для более реалистичности. Тим. Так, я что-то вас прослушал, что-то про Рорикстед говорилось. Из всех этих я знаю только Акатоши. Из Обливиона. Хотя и Кинарет знаю, она, по-моему, типа хила. Да вообще уроды. Смешно. Так, ну я, как я понял, вон там про... вон палач пёгает. И там про палача говорились. Видать, мы вляпались в этот раз не по-детски. В Обливионе нас в тюрьму посадили. В Моровинде, ну, походу, дело, в какую-то колонию привезли. А здесь, походу, дело, мы вляпались. Да. Вляп-вляп. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Наконец-то. Что-то у меня лагает. Я потом вот сейчас эту серию закончу и посмотрю, что за фигня. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Здорово. О, вот сохранение. Сразу Ульфрика. Ролов, это ты. А ты Локки. Локер из Рорикса. Локер. Нет, я не мятежник. Вы не имеете права. Да ладно тебе. Ну, дебил, что сказать. Ну, дебил. Вон лучник стоит. И опа. Кто еще хочет поспорить? Да я что, я совсем дебил. Эй, ты. Шаг вперед. Окей. Итак, теперь я расскажу поподробнее. Играю я в Skyrim ДХЗ вообще какой раз. Играю с двумя модами, Dragonborn и Dawnguard. Играть буду за воина. А воин у нас это орки.
да? Орк. Так, тело, пусть будет голова. Голову. У тебя тут есть боевая раскраска, это раз. Тихо, тихо, тихо. Ты на меня смотри. На меня. О, как. Я вот такой оставлю, так, а вот тут даже шрамы есть. Ну-ка, шрамики. О! Так, цвет боевой раскраски пусть будет красный. Кровавенький такой. Мы же все-таки орки, так, с глазами. Вот цвет глаз. Вот это прикольный. Я буду наполовину слепой. Мне это нравится. Так, волосы причесон. Не, в другую сторону смотри. Так, имя. Имя, имя, имя. Не люблю имена выдумывать. Так, пусть будет. Ломоносов. Короче, называем по стандарту. Вайпер. Стандарт, чё? Да, братиш? Да. Так, вайпер. Окей, вайпер. Ты из какой-то крепости, орк? Как тебя сюда занесло? Да хз. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Отпустить. Бездну список. Давай его на плаху. Я вот этот момент всегда её убить хочу. Капитан. Дайте мне нож кто-нибудь. Её убью. Я отвечаю. Вот, лучше сейчас я её убью. А чё? Иди за капитаном. Пошел за капитаном. Да, здесь по-любому какие-то лаги у меня с движением. Надо посмотреть. Так, наверное, сейчас. Как только двигаться начнем, сразу закончу. Тебя кто-то зовет героем, но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериус. Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете? Я что, все утро ждать буду? Подождешь. Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Жестоко. Страха и умер без страха. Орка, давайте! Блин, моя очередь. Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю. Иди к плахе. Твоя очередь. Окей. Вляпались мы на этот раз. Не по-детски. Ну и ладно, пусть. Мы не умрем. Не может герой умереть сначала. Но лучше требовалось доказать. Дракоша прилетел. Часовые. Что вы видите? Дракоша. Дракон! Ну убейте эту тварь, я не против, постарайтесь. Ну вот я и смог двигаться, поэтому всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, на тебя, сука. И всем пока. Так, все.
сохраняюсь и пока.